Есть такой знаменитый рецепт, как бороться с клопами. Надо всех их загнать под шкаф и отпилить ножки. И вот тогда все, как известно, и произойдет. Это примерно из той же оперы, но на самом деле точнее, еще точнее другая метафора. Есть куча способов борьбы с тараканами, всякие такие химические брызгалки и так далее, и так далее. После их применения выживают самые сильные тараканы, потом стремительно размножаются, и вы уже никак не можете с ним бороться. Но каждая хозяйка при этом очень хорошо знает правильный способ борьбы с тараканами. Надо держать кухню в чистоте. Не оставлять на ночь грязную посуду, протирать столы и так далее. Тогда тараканы на такой кухне просто либо помрут со скуки или от бескормицы, или уйдут к хозяйкам другого толка. То, что делает нынешняя власть, это борьба с тараканами с помощью химических всяких пшикалок. Она приводит к появлению генерации более мощных тараканов, как мы знаем, и химически устойчивых. Ровно это самое произойдет с коррупцией. Надо бороться за чистоту кухни, а этого наша власть не делает.